8 часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск. В студии Лунара Бекбусинова. Я Арстан Балтин. Мы начинаем. Казахстанцы стали брать в рассрочку продукты, хлеб, молоко, фрукты с разбивкой на месяц, а то и на три. Так что мебель и бытовая техника в кредит почти вчерашний день и норма для многих семей. По статистике, на начало 2024 года больше 8 миллионов граждан имеют задолженность по беззалоговым потребительским кредитам. Речь идет почти о 10 триллионах тенге. При этом 1,5 миллиона казахстанцев числятся в списках проблемных заемщиков. Герой нашего следующего сюжета – один из них. По его просьбе имя, фамилию, а также голос мы изменили. Тимур Аскаров в прошлом лудоман с 15-летним стажем. На ставках в общей сложности проиграл 1 миллиард тенге. Последние 2 года мужчина пытается расплатиться с долгами. Основную часть погасил. Осталось свыше 60 миллионов. Большая часть из этой суммы – задолженность перед банками и МФО. Сейчас несложно взять займ в банке, даже имея уже несколько. Нетрудно найти людей, которые за определенное вознаграждение могут помочь решить этот вопрос. И это в банках. А в МФО выдают хоть сколько займов. Не смотрят ни на что. Я умудрился оформить кредиты в 15 МФО. Они смотрели только пенсионные отчисления, а не долговую нагрузку. Процентная ставка у них около 2500 в год. Я взял займ 80 тысяч. Через месяц верну 220 тысяч. 8,5 миллионов казахстанцев имеют кредиты. У кого-то это ипотека, у других автозайм. Третьи и вовсе оформляют рассрочку на ежедневные хотелки. От вкусняшек кулинарии до курсов по саморазвитию. Общая сумма задолженности 19 триллионов тенге. Эксперты констатируют, наряду с ростом привлекательности быстрозаймов растет и просрочка по ним. Только в январе коллекторским службам банки и микрофинансовые организации передали долги почти 900 тысяч граждан. Банки и МФО не соблюдают основной пруденциальный норматив, это коэффициент долговой нагрузки. Когда вы приходите за новой заявкой, менеджер банка должен рассчитать, и если вы на эту заявку не проходите этот коэффициент долговой нагрузки, вам должны просто вежливо отказать, либо предложить меньшую сумму. Вот. Но, к сожалению, банки у нас на это закрывают глаза. Даже наши дети, подростки, студенты, школьники, да, как-то умудряются брать на себя онлайн-кредиты. Коэффициент долговой нагрузки рассчитывается просто. Сумма ежемесячного дохода делится на сумму уже имеющихся обязательных выплат. Если на выходе значение превышает 50% от дохода, по правилам и по закону кредит вам не должны выдавать. Эти требования действуют с 2020 года. Но микрофинансовые организации часто их нарушают. Это признают и в ассоциации МФО. Сейчас в стране работают больше 240 лицензированных фирм. Некоторые микрофинансовые организации в нарушении требований по расчету коэффициента долговой нагрузки выдают микрокредиты, что создает определенную проблему, это нужно признать. И на сегодняшний день финансовый регулятор ужесточил требования по расчету коэффициента долговой нагрузки. В настоящее время в парламенте рассматриваются поправки. В текущем законопроекте предусмотрены ограничения на продажу коллекторским организациям. Это будет способствовать тому, что микрофинансовые организации будут очень тщательно и взвешенно подходить к вопросам выдачи кредитов. Скрупулезно проверять наличие платежеспособности клиентов, потому что если устанавливаются такие ограничения, соответственно, микрофинансовая организация уже будет вынуждена эти кредиты списывать или предоставлять бесконечно отсрочки. Вчера депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили этот законопроект. Документ позволит установить определенные ограничения перед банками и МФО. В то же время запретит заемщикам нагружать себя кредитами. Если его утвердят, сумма потребительского займа в банке не превысит 5 миллионов тенге, в МФО – 2. При наличии 3-месячной просрочки оформить беззалоговый кредит казахстанцы не смогут. Плюс изменится минимальный возраст для получения займов и годовая процентная ставка.
В рамках нашего законопроекта мы говорим, такие микрозаймы тоже должны регулироваться тем годовой эффективной ставкой, которая верхний предел был 56%. И отдельное изъятие закона не должно быть. И это мы сейчас у нас рассматриваем и убираем именно вот это изъятие из закона. Это не означает, что микрозаймов нет. Они останутся. Но у них уже ставки будут регулироваться. Казахстанцы могут и добровольно отказаться от получения кредитов. При наличии такого документа ни один банк или МФО не будут иметь возможность одобрить займ. Мера позволит защитить граждан от мошенников, считают эксперты. Только за последние два года на казахстанцев оформили почти 9 тысяч фиктивных кредитов в банках. Общая сумма почти 10 миллиардов тенге. В большинстве случаев мошенники действовали онлайн, используя мобильное приложение. Сания Кубжасарова, Рустамбек Оспанов, 24 КИЗ. Но вот по состоянию на 1 февраля 2024 года казахстанцы имеют почти 28 миллионов беззалоговых потребительских кредитов. По данным Первого кредитного бюро, общая сумма задолженности превысила 9,5 триллионов тенге. Свыше 85% казахстанцев доверились банкам второго уровня, остальные микрофинансовым организациям. А вот потребительских кредитов с залогом меньше, всего 357 тысяч. Здесь аналогично доверие к проверенным финансовым организациям больше. И на эту тему мы продолжим говорить уже в студии с нашим гостем. Этим ранним утром к нам присоединился депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Стамбеков. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос серьезный, действительно. Да. Вот только что и вы наблюдали вместе с нами, что буквально вчера был решен вопрос о закредитованности населения, то есть о их многочисленных кредитах. Объясните, пожалуйста, как будет теперь процесс состоять? Мы знаем, что и возраст теперь будет корректироваться у тех, кто придет за кредитом. Ну, для нашей широкой аудитории, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, хотелось бы сказать, закон прошел только процедуру первого чтения. Как называется вообще закон? Закон о минимизации рисков заемщиков при кредитовании. Как-то он очень, у него очень сложная длинная формулировка. Громоздкое такое название. Очень громоздкое. Но главное, что, вот не касаясь каких-то конкретных деталей, можно сказать, вот все, что было сказано сейчас в сюжете, в принципе, уже пересказывать, наверное, нет смысла, экономя наше время. Просто хочется сказать вот о чем. Да, меняется. Во-первых, мы ставим серьезный вопрос о том, чтобы изменить возраст для получения кредитов, это раз. Да, мы хотим, чтобы коэффициент долговой нагрузки все-таки стал одним из главных критериев при оценке, при выдаче кредитов. Да, мы хотим увеличить до 24 месяцев мораторий на передачу кредитов коллекторским компаниям, на продажу кредитов. Почему? Потому что очень часто происходило вот что. Это практика последних лет, когда кредиты продавались с дисконтом коллекторским компаниям. Банки, МФО продавали. Вот условно я взял 100 тысяч. Проходит какое-то время, я не могу рассчитаться, и банк или МФО продает мой кредит коллекторской компании. Как вы думаете, за сколько? До скольки дисконт? Даже не имеем понятия, сколько. Бывало до 80-90%. На самом деле, почему они заинтересованы? А потом коллекторская организация брала и уже выбивала из меня. Потому что там такой процент. Ну, сказать, чтобы выбивала, конечно, коллекторы тоже сейчас очень сильно заинтересованы. Когда мы заходили в парламент, это было мое предвыборное обещание, для меня коллекторы были сущим злом. Но когда мы начали разбираться, на самом деле, к сожалению, и у банков, и у МФО есть отделы по выбиванию кредитов, которые не зарегулированы так, как зарегулированы коллектора. Кто оказался большим злодеем в этой ситуации? Я хочу сказать, что общая ситуация, когда государство уменьшило свой контроль на этом рынке, когда очень много разных составляющих привели нас к той ситуации, когда масштабы закредитованности населения начали принимать угрожающий характер. Не случайно президент обратил на это внимание. Не случайно был несколько раз он говорил о том, что необходимо решить проблему закредитованности. Все мы помним, что в 2019 году даже были прощены долги, но из этого дальше не были сделаны следующие шаги. Эти люди, которым простили долги,
На следующий день пошли и получили новые кредиты. То есть не решили проблему. Тот же самый, например, решение о признании себя в качестве банкротства тоже не решило проблему. На следующий день опять люди пошли за кредитами. То есть, ну смотрите, мы до этого начали, с чего диалог вообще, это главная тема сегодняшнего выпуска, что люди стали брать мало того, что бытовую технику, окей, но вот хлеб, продукты, питание, молоко стали брать в кредит, и статистика не радует. И в этой связи я хочу сказать, когда мы говорим о проблеме закредитованности, это не только законы, которые так или иначе регулируют банковскую деятельность, деятельность МФО, коллекторских компаний. Часть проблемы, большая часть проблемы находится в экономике, в проблемах, которые сегодня есть в экономике. И мы сейчас, конечно же, смотрим на всю ситуацию в комплексе, поэтому мы, работая над другими законопроектами, мы всегда в голове держим. Нужно дать больше возможностей для бизнеса, нужно упростить налоговое законодательство, нужно сделать очень много для того, чтобы люди могли смело заниматься предпринимательством, и например. Сами себя обеспечивать. Вот что сегодня. То есть это на самом деле вот эта так называемая ситуация, она составляется из нескольких разных, казалось бы, не связанных между собой вещей. Но скажите, вот как происходит, что вот на данный момент вот в сюжете, да, независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев сообщает о том, что сейчас даже наши дети, подростки, школьники умудряются брать на себя онлайн-кредит. Как это может вот быть? Вот я об этом хотела сказать. Мы не раз об этом говорили на формате дискуссии. Студенты, которые, допустим, уехали подальше от своих родителей, в другом городе обучаются, их никто не контролирует. Мы про контроль заговорили, Ералмырза. Да. Никто не контролирует. Малые организации, вот микрофинансовые, спокойно выдают кредит, несмотря на возраст. Пришел к ним школьник, ученик, студент. И было такое, были такие не раз случаи, когда доводила ситуация вообще до трагедии. Летальный исход. На самом деле, я вам скажу, вот я один из сторонников, и я продвигаю это на рабочих группах, я вот один из членов рабочей группы по законопроекту, один из инициаторов этого закона. Я вообще предлагаю ввести мораторий, точнее так, мораторий мы уже нет, ввести запрет. Не запрет, а ограничение на выдачу лицам моложе 21 года. Хорошо. А давайте по-другому зайдем к вопросу. То есть, нет, стоп, вот тут один только нюанс. Почему ограничение? То есть у нас есть молодые люди, которые имеют свой собственный доход. Они должны спокойно иметь доступ к кредитным ресурсам. Всем остальным ограничение. Но если то есть нет они подтверждения. Должны... Если нет подтверждения, совершенно верно. Пенсионных отчислений. То есть вот... И если, ведь вся ведь проблема в том, что обычный кредит подросток или без дохода вы в банке не получите. Все зло вот в этих онлайн-кредитах. И поэтому мы хотим сказать, что если мы поставили такое ограничение, организация, выдавшая такой кредит лицу моложе 21 года, сама несет ответственность за эту выдачу, за эту сумму. Да. Про ответственность. Да. Нельзя как-то повлиять на микрофинансовые организации? То есть, именно, ну, вот что можно сделать с этими организациями? Именно вот одно из моих вот предложений сделать ограничение до 21 года. Во-вторых, мы то же самое хотим сделать вот 24 месяца по пруденциальным нормативам. Если у вас неблагополучный кредитный портфель, то значит, вас могут лишить лицензии. И как делали банки и МФО? Они отдавали коллекторам, перепродавали свои долги и таким образом чистили так называемый свой портфель, свою вот эту задолженность. И показывали, у нас все хорошо, мы в нормативах, мы вот в этом правильном, в этой матрице, мы в правильном окошке. Тогда кто контролирует коллекторов? Как-то на них, может быть, тогда повлиять? Ограничить им доступ? Вот сократить мы, их да, количество? Мы предлагаем. Вот даже если мы ставим мораторий на 24 месяца, то мы даем возможность банку заключить соглашение как на аутсорс для коллекторской компании. То есть долг остается у банка. Обязательства по пруденциальным нормам остаются в течение 24 месяцев. Но коллектора уже могут работать по этим задолженностям. Но только в рамках соглашения об, как услуга. А вот перепродажа – это уже последующий этап. Вот мы хотим поставить ограничение 24 месяца на перепродажу. Ужесточение, вот понятно. Как идет работа с самосознанием граждан самих? То есть вторая вот сторона. Вторая сторона вопроса. Да, к сожалению, финансовая неграмотность и доступность кредитов тоже сыграли свою злую шутку.
И вот, допустим, мы сделали запрос, вот лично я делал запрос в Министерство образования и науки и просвещения, в два министерства. Мы говорим, необходимо разработать стандарт образовательный, необходимо менять нашу ментальность уже начиная со школы. Например, те же задачи. Вот в Российской империи, вообще-то вот до революции, в задачах для школьников, для математиков ставились задачи не так вот, я там взял два яблока и отдал Мише одно яблоко, а я взял кредит на такую-то сумму, и столько-то мне нужно ежемесячно возвращать в банк. То есть и таким образом уже формируется финансовая культура и грамотность. И критичное мышление. И вот мы говорим, мы обратились к тому, что необходимо озаботиться и разрабатывать стандарты. С тем, чтобы уже в школе, в институте молодые люди уже погружались вот в эту реальность экономическую, в которой кредит, в принципе, это не зло. Мы же часто все пользуемся кредитами. Когда мы знаем, я рассчитаюсь, я беру кредиты. Вы берете, наверное, кредиты, когда необходимо что-то сделать. Я считаю, это нормально. Но когда это безудержное, особенно молодежь, когда берут кредиты и, допустим, делают на них ставки или играют в онлайн-казино, то это уже отдельная тема, это большая проблема. Но проблема в том, что как раз доступны все эти онлайн-банки. Ерлан Мырза, к сожалению, у нас время ограничено, нам нужно закругляться, но мы точно понимаем... Лично я могу от своего опыта сказать, что не раз на площадках ток-шоу мы говорили именно вот о чем вы озвучили. Нужно просвещать нашу нацию, в целом соотечественников, со школьной парты. Но пока это только опять на устах, я так понимаю. Или есть уже эти программы, методики школы? Я надеюсь... Мы об этом говорили еще пять лет назад. Я надеюсь, что вот, поскольку мы очень так принципиально взялись за эту тему, во-вторых, я как избранный по одномандатному округу, это мое предвыборное обещание, я должен держать ответ перед своими избирателями, и я очень плотно с моими коллегами, мы работаем над этим. Поэтому я надеюсь, что мы получим результаты в самое ближайшее время. Но повторюсь еще раз, мы лишь... улучшим, усовершенствуем законодательство. Мы защитим права заемщика. Но одновременно с этим мы не должны порождать иждивенчество. Да. Мы не должны порождать другие проблемы. И здесь и перекладывание ответственности. Совершенно верно. Каждый должен мы должны заниматься в том числе экономикой. С тем, чтобы оздоровить сегодня эту ситуацию. Вот спасибо. Так. С нами этим утром был депутат Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Стамбеков. Вам хорошего дня. Благодарим. Спасибо. Мы продолжаем. Продолжаем говорить на тему экономики. Мебель казахстанского производства подорожала на 12%, а в некоторых регионах страны цены выросли на треть. Годовые данные приводят аналитики Energy Pro. Жители каких регионов теперь больше всего платят за предметы домашнего обихода? Да, с этой информацией сейчас поделится с нами наша коллега Сабина Балашкина. Сабина, еще раз приветствуем. Доброе утро. Рубрика «Первая цифра». Ждем подробностей. Поделитесь, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Если говорить про регионы, то больше всего повышение цен ощутили жители Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей. Меньше всего годовое удорожание наблюдалось в Жамбылском, Павлодарском и Актюбинском регионах. Почти на треть больше произвели мебели в Казахстане по итогам прошлого года. Таким образом, мебельщики заработали свыше 82 миллиардов тенге. Основной объем производства приходится на мебель для офисов и торговых предприятий. Не меньше предприниматели выпустили кухонной мебели, производство которой выросло наполовину. В разрезе регионов больше всего заказов выполнили алматинские предприниматели. На второй и третьей строчках расположились бизнесмены из Алматинской и Туркестанской областей. А теперь о ценах. Больше всего они подорожали в Акмолинском регионе почти на треть. Меньше в Жамбылской всего на 2%.
Казахстанская мебельная промышленность работает в основном на внутренний рынок, но, несмотря на это, в местных магазинах представлено немало импортных товаров. Объемы мебели, завезенные из-за рубежа, все еще держатся на высоком уровне, говорят в профильной ассоциации. Импорт опережает по поставкам экспорт почти в 30 раз. По итогам прошлого года Казахстан импортировал мебель почти на 408 миллионов долларов, отмечают в ассоциации мебельщиков. Основные поставщики – Россия и Китай. Такая ситуация на рынке – результат низкой загруженности отечественных производителей, которая не превышает 40%. Поэтому ежегодно цены на мебель неуклонно растут. Во-первых, это общая экономическая тенденция, поэтому данный вид продукции дорожает во всем мире. Казахстан не исключение, говорят специалисты. Несмотря на это, несмотря на большую территорию, лесной фонд нашей страны составляет всего 5%, поэтому республика полностью зависит от импортных поставок, комплектующих и завозит сырье из-за рубежа. Все это в рамках общей экономической тенденции рост. То же самое, здесь я говорю, ну даже вот просто логистику возьмем, если плитный материал раньше с Российской Федерации доставлялся на порядка в течение 2 недель, сейчас этот процесс занимает до 2 месяцев. Соответственно, понимаете, что нужно либо для стабилизации производства иметь свои какие-то запасы, соответственно, эти деньги ну, как бы затормаживать в обороте и ну, на склады, например, выставлять этот плитный материал. То есть стоимость денег, как сохранение, различные дополнительные накладные расходы уже, соответственно, ложатся в конечную себестоимость данной продукции. Как правило, мебельщики ведут бизнес за счет собственного капитала, и так работают почти все участники рынка. Кредитными средствами пользуются меньше процентов субъектов. В ассоциации говорят, им нужно помочь расширить рынки сбыта, чтобы в госзакупках отдавали предпочтение только казахстанской мебели. Поэтому было бы целесообразно вывести мебельные предприятия на отдельный закуп, так как сейчас объемы их работы отчасти зависят от застройщиков. Это наносит урон бизнесу. Мы же зависим от строителей. Стагнация у строителей у нас, соответственно, уменьшение объемов производства. Есть еще такая проблематика, что, вот, например, объявили национальный проект «Комфортная школа», да, и все это опять отдали застройщику. А застройщик будет искать, где ему закупить по цене, наверное, все-таки дешевле. Соответственно, застройщик имеет полное право в соответствии с практикой применения действующих экономических всяких тенденций, он имеет право нас, в кавычках, так называемо, отжимать. И в завершение информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 447 тенге 83 тиенов, евро 487,51, рубль 4,95. Коллеги, на этом у меня все. Передаю вам слово. Благодарим, Сабин. Спасибо, это была «Первая цифра» и Сабина Балашкина. Ну а сейчас в Атырауской области, там больше 40 населенных пунктов попали в зону паводковых рисков. Большой воды опасаются в селе Миялы, расположенного вдоль русла реки Уил. Второй весной сельчане спасаются от половодья. Год назад там смыло дорогу. В этом защититься от сезонных катаклизмов местные власти планируют благодаря строительству нового моста. Спасательную переправу увидел и наш коллега Вячеслав Ветлугин. Эту дорогу, ведущую к селу Миялы, смывает 2 года подряд. И в самый пик паводков 7 близлежащих сел остаются отрезанными от большой земли. Местные врачи в половодье добираются к сельчанам на лодках. Впрочем, плавсредства наверняка скоро станут не нужны. Чтобы сезонные ЧП не повторялись, через Уил строят переправу. Двухполосный мост длиной 66 метров. Посмотрим по обстановке, как вода себя покажет. Если сильной воды не будет, то мы работы не будем останавливать на время паводка. Будем работать, продолжать. Но если вода будет большая, остановим работы, пока вода не пройдет. Чтобы новый мост достроили вовремя и еще на этапе возведения его не смыло, в Кызылкагинском районе развернут комплекс противопаводковых мероприятий с бюджетом больше 2 миллиардов тенге. В зоне особого внимания реки Уил, Сагыс и Нагайты.
По предварительным прогнозам, со стороны Актобе будет очень много талых вод. Мы на чеку. Начали серьезные берегоукрепительные работы. Укрепляем плотины. А паводки угрожают 40 местным населенным пунктам, поэтому на борьбу с ними мобилизованы больше 1000 человек, подготовлено свыше 300 спецмашин и больше сотни мотопомп. Прорабатываются маршруты и места эвакуации населения. Вячеслав Ветлугин, Арыстанбек Кенжи, Айбек Байзаков, Атырауская область, 24KZ. Ну и немного о весне. Арстан, сразу хочется задать вопрос. К 8 марта, наверное, задолго начали готовиться, планируете подарки. Как будете отмечать? Что будете дарить? Меня больше этот вопрос интересует. Ну, конечно, мамам такое нельзя дарить, но, наверное, надо делать ответочку. Носки и крем для бритья. Хорошо, а мамам что подарить? Ну, цветы, конечно же, цветы. Скорее всего, это главный подарок в рейтинге. Аналитики платформы обнародовали рейтинг и рассказали, что чаще всего ищут жители нашей страны в преддверии Международного женского дня. Не менее реже пользователи обращались к системе с вопросами, какой подарок преподнести на праздник жене и коллегам. А также казахстанцы искали информацию о том, кто вообще в целом придумал 8 марта, как мы отдыхаем в этот день и в каких странах отмечают женский праздник. Что пожелать на 8 марта и какой подарок сделать свекрови? С этими запросами казахстанцы обращались к Яндексу меньше всего. Я люблю свою профессию. Такой челлендж запустили бойцы десантно-штурмовых войск специального назначения в Кунаеве. В честь праздника 8 марта десантники прыгали с парашютом, в том числе 15 женщин-военнослужащих. За их небесными пируэтами наблюдали и наши корреспонденты. На прыжок с парашютом решится не каждый человек, но для некоторых женщин это рабочие будни. Балжан Мусатаева служит в десантно-штурмовых войсках уже 10 лет. Она выросла в семье военных и знакома с армейской жизнью не понаслышке. Говорит, о военной службе мечтала с детства. До замужества совершила 60 прыжков, еще столько же после декретного отпуска. Мы совершаем прыжки регулярно, 2-3 раза в неделю, в любых погодных условиях, зимой и летом, хоть в снег, хоть в дождь. Для нас прыжки с парашютом не экстрим, а обязательный элемент боевой подготовки. Но сегодняшний прыжок особенный. Мы посвящаем его всем девушкам, женщинам и матерям Казахстана, своим коллегам, защитницам Отечества. Прыжок с парашютом требует серьезной подготовки. Девушки тренируются постоянно. Важно знать техническую характеристику парашютов и особенно важно их правильно укладывать. Затем отрабатывают наземные элементы прыжка, включая нештатные ситуации. И только потом допускают к прыжкам с тренировочной вышки. Но кульминационный момент – самостоятельное парение в воздухе. Порция адреналина для начинающих гарантирована. Это мой 4-й прыжок. В первый раз было очень волнительно, но нас подбадривали опытные коллеги. Я осознанно выбрала свою профессию. Люблю свою работу, горжусь, что стою на защите Отечества, поэтому готова к любым сложностям. Наши девушки – профессионалы своего дела. Допуск к прыжкам с парашютом имеют определенные специалисты, например, медсестры роты медицинского обеспечения. В боевых условиях их десантируют вместе с личным составом, поэтому девушки должны владеть навыками прыжка. Популярность военных профессий среди девушек растет, признался командир. Несмотря на внешнюю хрупкость, они не хуже мужчин осваивают навыки армейской подготовки и готовы нести все тяготы службы. Сания Кубжасарова, Ардах Айбарулы, Аят Дусинбаев, 24KZ, Алматинская область. Продолжаем. И прямо сейчас к международным новостям. Дональд Трамп и Джо Байден выиграли почти все праймерис и кокусы в супервторник. Внутрипартийные выборы прошли в 15 штатах и на одной островной территории США. Дональд Трамп одержал победу в 14 из 15 штатов. Нынешний президент заручился поддержкой всех штатов, но неожиданно проиграл кокусы на американском Самоа.
К нам присоединяется прямо сейчас наш международный обозреватель Жанна Хусаинова. Жанночка, прекрасно выглядите. Доброе утро. Все-таки какое значение имеет супервторник для кандидатов? Об этом хотелось бы узнать подробнее. Доброе утро, коллеги. Благодарю. Доброе. Результаты практически гарантируют Трампу номинацию на пост президента от республиканцев. Для Байдена это тоже означает повторное выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Подробнее обо всем расскажу в обзоре. Пятого марта в США состоялся супервторник, один из самых важных дней в борьбе за президентское кресло. По его результатам, как правило, становится ясно, кто станет кандидатами на пост президента от двух главных партий страны. В этот день избиратели-республиканцы проголосовали в 15 штатах, демократы в тех же, за исключением Аляски. Вместо этого они провели предварительное голосование на американском Самоа. Я думаю, что для нашего молодого поколения и для женщин в целом важно убедиться, что наша точка зрения представлена, и мы можем сделать это путем голосования. Это переломный момент в нашем обществе, когда людям предстоит сделать выбор, в каком направлении движется страна. По результатам предварительных выборов кандидатам, занявшим первые места, присуждают голоса делегатов, после чего они официально проголосуют за выдвижение кандидата этим летом. В супервторник распределяется почти треть всех голосов. 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов. После подсчета почти всех голосов в ходе супервторника Трамп получает 703 делегата, а его конкурентка Хейли лишь 49. К слову, она уже объявила о выходе из президентской гонки. Таким образом, Трамп становится единственным кандидатом от республиканцев, несмотря на его многочисленные уголовные обвинения. Этот день называют супервторником не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать. А ведь накануне супервторника участие Дональда Трампа в выборах было под большим вопросом. Власти двух штатов, Колорадо и Мэна, пытались добиться исключения Трампа из бюллетеней. Чиновники объясняли это тем, что экс-президент был причастен к штурму Капитолия. Но Верховный суд встал на сторону политика и постановил, что только Конгресс США может принимать решение, запрещать кандидату участвовать в выборах или нет. Я просто удивлена тем, что Трамп снова будет в избирательных бюллетенях. Я не думаю, что ему доверяют многие люди, и это отчасти пугает. На самом деле, просто боюсь за будущее всех нас. И даже сам факт того, что он может снова попасть в избирательный бюллетень, навевает на меня страх. По результатам последних предвыборных опросов рейтинги нынешнего хозяина Белого дома падают. Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей. Однако делать заключение пока рано, считают эксперты. Все может резко поменяться, если республиканцы признают виновным в преступлениях по одному из четырех заведенных против него уголовных дел. Я думаю, что они оба приближаются к преклонному возрасту и плохо подготовлены к тому, чтобы стать президентом на данный момент. Кроме того, я не поддерживаю их внешнюю политику, поэтому в этом году я больше склоняюсь к попыткам искать других кандидатов. Предварительное голосование продлится до начала июня. Однако эксперты уже говорят, что выборы 2024-го обещают стать матч-реваншем Трампа после его поражения 4 года назад. В целом, пока у Трампа более выгодные позиции. По словам экспертов, это связано с текущим недовольством многих избирателей политикой действующего президента. Особенно остро стоит миграционный вопрос. За годы президентства Байдена в США приехало почти 6,5 миллионов мигрантов. Коллеги, кто в конечном счете одержит победу, мы увидим лишь в ноябре 2024-го, то есть этого года. Но нас точно ждут любопытные выборы. Вы бы за кого проголосовали? За Байдена или за Трампа? Я, наверное, воздержусь. Мы будем наблюдать и ждать подробностей от вас. Жан. Многие удивлялись тогда, когда впервые Дональд Трамп победил. Ему прочили, наоборот, проигрыш. Я не знаю, какие прогнозы на этот сезон, будет видно уже к концу года. Поддержка у него действительно сильная, это мы точно знаем. Благодарим, Жанна. Это была наша коллега Жанна Хусаинова и ее рубрика «Контур мира». Вы смотрите утренний информационный выпуск. Мы продолжаем.
Швейцария возглавила рейтинг самых сильных паспортов мира по версии консалтинговой компании Nomad Capitals. В первую тройку также вошли Ирландия и Португалия. Далее на верхних строчках расположились Люксембург, Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Исландия, Италия и Греция. США оказались лишь на 44-м месте, а наш Казахстан занял 123-ю позицию. Аналитики в этом рейтинге измеряют силу паспорта по 5 критериям. Безвизовый режим для обладателей документа, налогообложение в стране, проживание, глобальный имидж, возможность иметь двойное гражданство и личная свобода. Например, свобода слова и необходимость воинской службы. А сейчас в Польшу. Там массовые протесты фермеров в Варшаве переросли в столкновение с полицией, сообщает Reuters. В центре столицы тысячи фермеров собрались на демонстрации против зеленого курса ЕС и беспошлинного ввоза сельхозтоваров из третьих стран. Протестующие кидали в силовиков куски дорожной брусчатки, зажигательные петарды и жгли покрышки. А въезд в город перекрыли тракторами. В ответ полицейские применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. Несколько человек ранены, есть задержанные. Напомню, протесты фермеров против экологической директивы ЕС проходят в Польше и других странах еврозоны уже на протяжении нескольких недель. Новые правила влияют на доходы фермеров. Отмена ряда субсидий, льгот, а также растущие цены на электроносители привели к повышению стоимости их продукции на фоне ввезенных товаров. 20-летнего максимума достиг уровень бедности в Аргентине. В январе 2024 показатель вырос до 57%. Рост частично обусловлен девальвацией аргентинского песо в рамках шоковой терапии экономики под руководством нового президента страны Хавьера Милея. Меры привели к росту цен на базовую продовольственную корзину, а также на услуги. Отмечу, инфляция в латиноамериканской стране по итогам прошлого года стала самой высокой за последние 30 лет, превысив 211%. А вот мировые цены на какао-бобы бьют рекорды. За полтора года они подорожали втрое. В связи с чем увеличилась стоимость и на шоколад. Способствуют росту цен крайне неблагоприятные погодные условия. Засуха, болезни и грибковые инфекции, вызванные климатическими явлениями, они нанесли серьезный ущерб урожаю в Западной Африке. Отмечу, регион является основным производителем какао-бобов в мире. Однако в результате дефицита некоторые фирмы по изготовлению шоколада начали сокращать ассортимент и снижать вес плиток, сообщает Associated Press. Если не распылять пестициды, болезнь быстро поражает плантации. Есть риск потерять весь урожай. Мы хотим сказать чиновникам, отвечающим за отношения с производителями какао, что если в ближайшие несколько дней ничего не будет предпринято, мы объявим о забастовке. Правительство должно поговорить с нами и подвести итоги ситуации. Ну а сейчас продолжаем новости с событиями культуры. И у нас в студии уже коллега. Да, наша прекрасная Тамирис Белял. Тамирис, чем порадуете? Какие праздники, то есть в честь праздников, какие события, культурные мероприятия пройдут в Астане и в Казахстане в целом? Вы предугадали немного мой ответ, Лунар. На самом деле очень много мероприятий запланировано и было только вчера. Очень много съемок было подряд. Но меня удивило представление все-таки дирижера девушки из Германии. Я подробнее сделаю о ней сюжет завтра в Международный женский день. А сейчас расскажу подробнее, что еще было вчера. Ждем. В Туркестане состоялась премьера исторической драмы «Ясауи Жола». Напомню, в этом году 930 лет исполняется со дня рождения мыслителя Ходжи Ахмеда Ясауи. Спектакль поставили студенты университета. Молодые таланты мастерски отразили нелегкий путь и жизнь философа. Запечатлели характер, который сделал великого мыслителя исторической фигурой.
Свыше 300 экспонатов представили на выставке «Ювелирное искусство в столице». Напомню, вчера состоялось ее открытие в Национальном музее. Среди представленных работ – драгоценности 18-20 веков, созданные ювелирами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Закавказья. Одними из древнейших экспонатов признаны перстни и кинжалы из Ирана. Отмечу, все предметы принадлежат частным коллекционерам. В коллекции представлены ювелирные украшения, изделия народов стран Центральной Азии, Закавказья, Казахстана, Каракалпакстана и так далее. И мы на этой выставке постарались показать единство техники, отделки, которыми руководствуются все зергеры-ювелиры, и у каждого из них существует какое-то отличие. В преддверии праздника в Астана-балет прошел спектакль «Сказка от Кыз». Балет полюбился столичному зрителю и по традиции собрал полный зал. Либретто написано по мотивам национальных сказок тюркской мифологии. Отмечу, репертуар театра каждый год пополняют уникальными спектаклями и концертными программами, передающих историческую ценность. Подробнее о балете от Кыз в следующем материале. Яркий спектакль по мотивам тюркских мифов и легенд снова на сцене Астана-балет. Действия проходят в стране высоких трав. По мотивам сюжета, храбрая дочь духа ветра и богини солнца Утхыз и смелый юноша Мерген спасают землю от разрушительных стихий. Хореографию ставила Макарам Авахри. Одну из главных партий исполнил Уэсли Карвальо. Для меня было интересно изучать этот балет. Я не знал о существовании этой национальной сказки, потому что мало ресурсов в открытом доступе, но мне помогли друзья. Многое узнал от своих коллег. Также меня направлял наставник в постановке хореографии. Считаю, это действительно уникальный спектакль, и наш театр решил впервые представить его на большой сцене. Чарующая музыка написана композитором Кариной Абдулиной. В ней переданы национальные мотивы и продуманные образы героев сказки. В роли Мергена выступил Ерганат Ермагамбет. Мы привыкли исполнять партии принца в классическом балете, но этот спектакль отличается. Мерген – благородный и храбрый персонаж из наших национальных произведений. «Утхыз» – это балет с продуманной до мельчайших деталей хореографией с массовыми сценами, лирическими дуэтами. Это красочная сценография, неповторимая музыка по традиции, исполненная симфоническим оркестром «Астана-балет». Тамирис Белял, 24 КИЗ. Такой был культурный обзор на сегодня, но хочу напомнить, что сегодня в Астана-Опера состоится показ «Лебединое озеро». Он также будет завтра, но, к сожалению, аншлаг. Как всегда, билеты раскуплены, потому что приехал дирижер из Италии. Тамирис, сегодня же нужно открыть чат, чтобы хотя бы до съемок и до того, как ты поедешь, не знаю, первой получаешь информацию, делись, пожалуйста, с нами. Я только тебя сейчас узнаю. Но какая прекрасная новость для всех казахстанцев, что действительно приезжают такие именитые и дирижеры, и артисты в нашу страну. «Лебединое озеро». Тамирис, я удивляюсь, Вася, когда удается тебе отдыхать с таким напряженным графиком работы? На самом деле я отдыхаю на съемках, потому что потом я захожу в зал и наслаждаюсь музыкой. Ну, прекрасно. Отлично, отличный ответ. Благодарим. Тамирис поделилась этим позитивом и этой энергией с нами. Мы благодарим нашу коллегу, это Тамирис Белял, наш культурный обозреватель. А в выпуске для вас работали Лунара Бекпусинова и Арстан Балтин. Увидимся на канале 24KZ. Оставайтесь всегда с нами.